Борьба до последнего тура. Обычно Шериф становился чемпионом досрочно, но не в этот раз. Все решится в субботу, 20 мая, 10-й заключительный игровой день Суперлиги. Шериф играет дома с Мелсами. Чтобы стать чемпионом, футболистом Роберто Бардино достаточно сыграть в ничью, ну или, понятно, выиграть. Поражение тоже может принести победу, но при условии, если Петрокуб потеряет очки в матче со Святым Георгием. Что интересно, это не первый сезон, когда судьба чемпионства для Шерифа решается в последнем туре, хоть это и редкость. Год 2001, исторический сезон для Шерифа. Отыграли гандикап в 9 очков у Зимбру и на финише сезона оформили первое чемпионство. Золотой матч в истории молдавского футбола был и такой опыт. Два сезона подряд, в 2016-м Шериф и Дача набирают по 65 очков. В главном поединке гол Галешича на 88-й минуте приносит титул чемпиона тираспольскому клубу. В 2017-м Шериф и Дача сойдутся снова в золотом матче. В тот раз все решила серия пенальти. Шериф победил со счетом 3-0 и стал чемпионом. История золотым матчем может повториться и сейчас. Если Шериф проиграет Мелсами, а Петрокуб обыграет Святой Георгий, тогда Шериф и Петрокуб должны будут сыграть золотой матч. А пока все внимание последнему туру. Итак, матч Шериф-Мелсами пройдет в Тирасполе 20 мая. Начало в 19:00. В случае ничьи или победы, Шериф получит и чемпионство, и путевку в Лигу чемпионов.